Princess Connect Redive, 39-й эпизод, и с предыдущего эпизода у нас тут 33-летие, да, и это значит куча всего с точки зрения геймплейного. Во-первых, да, вы сразу можете видеть у меня количество гемов. Это, если честно, ничего не фармил специально, они сами так набрались, то есть... Я компанию до максимума не проходил, а могу ее проходить, и у меня ивенты еще есть дополнительные. Ну, короче, у меня куча их, подевать некуда. Само собой, я тратил много на энергию. Я все выкупаю, все сороковушки, все шестидесятки. Вот. Но, к сожалению, у нас один день остался, да, на X3, да, 22 часа. Так что последний день будет сегодня. Так, ну что ж, давайте пробежимся. Или сначала покрутим гачу. Давайте гачу покрутим. Ну как гачу, один раз я ткну просто. Бесплатный. Типа сейчас нет, нечего выбивать. Типа у меня ее нету до сих пор, но она и не нужна. Типа она слабая, плюс она перманентная. Так что специально ее вышибать нет смысла. А в аниме говорите, почему ГГ так мало говорит? Ну потому что у него нет памяти, и ему нет смысла особо много говорить. Он аутист чуть-чуть. Не, ничего не выпало. А, повторка выпал. Видимо. Ну да. У меня уже второй раз она выпадает за эти бесплатные штуки. Повторка. Так, ну ладно, а теперь перейдем к итогам. Тамаки, 18 ранг. Сарен, 18 ранг. Ну, здесь, понятно, ничего не менял, потому что не нужно, здесь то же самое. Пикарина, принцесса, 18 ранг. Юи, принцесса, 18 ранг. Хиори, принцесса, 18 ранг. Лабириста, 18 ранг. Муими, 18 ранг. Мияка, 18 ранг. Здесь я ничего не менял, потому что не надо. Сарен, Рождество, 18 ранг. Яру, Новогоднее, 18 ранг. Луна, 17 ранг. А новый персонаж, типа, я его прокачал. Анна, 17 ранг. Здесь ничего не нужно менять, здесь ничего не нужно менять. Касуми уже вроде была, да? Я не помню, на прошлой неделе. До нужного ранга я тоже докачал. Мудак, ты понимаешь, что сейчас X3 было? Шмоть, шматья. И куча лишней энергии. Как говорил кардинал... А, по-моему, его и тоже 14-го уже я показывал. Вроде, все остальное вроде старое. Да. Один день остался, к сожалению, да, так что... Докачаю вот тех, кого вы там видели, пустые слоты были. Вот я их доделать смогу, и все, наверное. Я в позитив принцесс не могу. Серьезно? Что? Странно. Почему? Попробуй переустановить этот ДМ, я не знаю. Так, ну вроде все, я похвастался своими достижениями. А, кстати, Иоанна еще... у меня был запас этих штук, поэтому я сразу смог книжку ей вкачать аж до 90 уровня. Вот. Кстати, да, надо заменить что мы в Princess Connect играем. Princess Connect Redive. Какой геймплей? Геймплей... Много геймплея тут. Мы сюжет читаем.
Если хочешь, можешь посмотреть на записях. На ютубе у меня 38 записей. На первых записях есть и геймплей. Я обучался, меня помогали разобраться в игре. Так, новая глава у нас. Может быть, форум. Надо будет посмотреть. Фига тут текста. Может быть, стоит это прочитать? Рэй-чан! Хьюри-чан! Сейчас давайте погляжу, даже может быть тут что-то важное. Давайте попробую перевести. Знаю на слух, но не знаю текста. Так что, когда нет озвучки, приходится использовать магию Гугла. Я не уверен, что смогу это сделать, но я уверен, что смогу это сделать. Лицо мира было поглощено невообразимой реальностью. А, это, видимо, впечатление Юи о том, что Рэй и Хьюри тогда погрузились в этот сон, да? Ну ладно, пофигу. А? Что? Где это? Я так рада, Рэй-чан. Я тебя звала, ты не просыпалась. Пробовала разную магию, и ты все еще не просыпалась. Я беспокоилась. А, Юи. Не очень понятно, но прошу прощения. Заснуть в опасном приключении... Ошибка не похожая на меня. Экранизация вышла отличной для того, чтобы начать знакомиться. Ну и, в принципе, просто как самостоятельное аниме тоже отлично смотрится. Просто как развлекательная легкая фэнтези про приключения и дружбу. Голова немного в прострации. Не понимаю ситуации. Какая ошибка? А? А почему это мы в Ландсоле? У меня Шизуру, кстати, не помню, вроде то уже есть. Ну, в любом случае, она не самый важный персонаж из тех, кого убивать надо. Я не понимаю. Я пыталась вас всех разбудить, а потом неожиданно появился какой-то свет. Я очнулся, мы оказались на площади Лонсоли. Если оставить вас в таком положении, вас бы раздавило телега. Я пытался вас оттащить. Это было очень тяжело. Но я так рада, что вы очнулись. Да. Прошу прощения, Юи, что доставило беспокойство. Я хорошо поспала. Лучше себя чувствую. Нет, Мелзер, я все еще проябываю. У меня же нет Махо. О, Хьюри-чан, ты тоже проснулась? Как же я рада. Вам снились кошмары, я беспокоилась. Я не помню. Все нормально. Я полна энергии.
Ой, я удивилась. Это что было? Взрыв? И вообще, что-то вокруг много людей. А точно, ведь в Лансоле сейчас должен проходить фестиваль. Хотелось бы это отпраздновать, ну типа, развлечься, типа, не зря же фестиваль. И вообще, почему в Лансоле? Опять наступили в ловушку телепортации? Оставим это решение этого вопроса на потом. А сейчас... Приготовьтесь. Похоже, экстренная ситуация. Агрить? В смысле агрить, Мелзор? Зачем агрить? Типа сейчас, по-моему, только Кука обладает агром, а я ее особо не качал. Да и она не очень против физического урона. Хотя там и магический урон залетает. А мы имя же, да, здесь рофлет. Я великий злодей, Муйми Сама, преклонитесь передо мной. Так, Найтмэров я сюда стянула. Оставлю крепость на вас. Эй, ты там! Прекрати буйство и сдавайся. Да, не хулигань. Люди... Чёрт, я сказал Бристи. Ой, давно вас не видела. Ты ее знаешь? Нет. Ну да, обидно, опять не помнят. А, ну с вами у меня тоже нет, Мелзер. Ты, черт тебя подери, Юи! Это все из-за тебя. Если бы ты не пожелала, то... Что происходит? What the fuck? Я потом переведу. Что происходит? Короче, Муими почему-то кричала на Юи, что это ты злодейка, ты пожелала это желание, что если от тебя избавиться, возможно, мир придет в норму. Ну и все типа кричали, что типа мы тебя защитим, Юи, и все такое, ну не так интересно. То есть почему-то Муими думает, что Юи нехорошая. Как так получилось, интересно. Так, ладно, сейчас переслушаю эту фразу. Ну что ж, госпожа справедливые герои. Враги наши ненавистных. Черт, вроде эти... Ладно, не смогу это перевести правильно. Как такое произошло? Кто она такая? Чё она несёт? Но... Не знаю почему, но меня пробрало. Это моя вина? Всё это? Что она имеет в виду? Мое желание... Какое? Кстати, помните, да, ведь... Это же тоже, когда погрузила Рейс Хьюри в сон, говорила, что нельзя Юи сюда появляться, чтобы она ничего не вспомнила. Так что, возможно, она реально в этом замешана как-то. А, это был ролик, окей.
На слух, знаю. Блин, на каждой чуть ли записи меня кто-то спрашивает. Подвиньтесь, господин. Кто вы такие? Старшинство. Господа из лабиринта, хорошо проводят отвлекающий маневр. Защита дворца ослаблена. Но все равно необходимое количество людей они оставили. Нельзя расслабляться. Правда, если это будет такой уровень, то моего, то меня будет достаточно, чтобы справляться с ними. Вы кто такие? Вы что, посмелились напасть на королевство? Ваш конец будет... Будь тише. Если будет плохо, если о нас узнают другие стражники. Ну, видимо, пока не шли, встречали только такое сопротивление, то есть не было организованного. Почему-то господа из Найтмэра прячут свое лицо всегда. И поэтому сейчас они выглядят просто как заснувшие. Сэкономить на время, да? Короче, она не хотела бы отнимать у них жизни. Это верно. Более того, давай поторопимся. Я рада, что господин подтвердил мою идею. Пока, типа, вы меня поддержите, я не буду сомневаться. Руку, пожалуйста, господин. Впереди лестница, а внизу... Скорее всего, темница дворца. Насколько мы выяснили, там находится Пекорина. Благодаря информации Ненеки мы это знаем. А иначе было бы куда сложнее, ну, типа, проводить поиск в этом дворце. Дворцовая темница неплохо охраняется. И побег оттуда практически невозможен. Я вроде это слышала. Что? Добравшись до темницы, чтобы убить Пекорину, возможно, потребуется время. Я думаю, что стоит, типа, победить стражника и забрать у него ключи. А если его нету, или не получится получить ключ, господин, сила вашей силой, усильте меня максимально. Возможно, немножко грубо, но придется выломать, ну, сломать темницу силой. Хотелось бы, конечно, этого делать, но если других способов не будет... Но в любом случае, надо как можно быстрее добраться до темницы. О, а там Джун стоит прям. Ха-ха-ха, не повезло. Там кто-то на страже, господин. Выглядит сильным. Этот господин... Скорее всего, последний рубеж. Он, наверное, Джун-сан говорит, да?
Да, да, Джун-сан, я так понял. Не потому, что я могу прочитать просто по логике. А? То есть... Вы знаете его? У вас и правда большие связи, господин. Но... Это может быть даже хорошо. Если кто-то известный, вам, если вы все объясните, может, и нам и помогут. Эй, вы там. Я вроде скрывала свое присутствие и передвигалась скрытно. И нас почуяли с такого расстояния. Кто это такой... Сурдой, как по-русски. Внимательный. Пускай будет внимательный. Скорее, находчивый. Нет. Ладно. Что же делать? Если это господина знакомый, надо показать свое лицо и попытаться убедить. Вторженцы. Ничего не поделать. Хоть это, по идее, не моя обязанность. Я покараю всех, кто попытается проникнуть в темницу. Не принимайте на свой счет, это просто работа. Ну и снова ролик. Интересно, насколько у нее мозги промытые. Какая жажда крови. Это точно сильная персона. В реальном бою шансы на победу почти отсутствуют. Как же я засмотрелась. Это же знакомая господина. Нужно честно показаться и постараться убедить. Не прячься, выходите. Я не сильна в мелкой работе. Надеюсь на честное сражение. Но... Если вы не захотите, так уж и быть. Тогда... Я тоже не буду... придерживаться приличий, скажем так. Напор стал только сильнее. Эта особа кажется гигантской. Подождите. Мы... Вам не враги. Ребенок? Не потерявшийся, да? Не. Даже если потерявшийся и залезла сюда ради интереса, это не важно. Любой попавший в дворец, не важно кто, должен быть устранен. Это приказ от Хейки, и он не принадлежит. Его нельзя нарушить, короче. Иначе тогда нас, ну, мы станем изменниками. К сожалению, могу просто сказать вам идти домой. Это... Как бы это объяснить? Я не знаю. Что же делать, господин? Мистер Джун, это я. Ну, Джун-сан, это я. Так и думал, что это ты, мальчик. Я вроде слышал твой голос. К сожалению... Такой хороший мальчик должен быть устранен. Господин же показал себя, но ее жажда крови ничуть не уменьшилась. В любом случае,
Блин, я думала, что если это знакомый господин, мы сможем поговорить. Но похоже, это было неправдой. Что же делать? Ты должен умереть, я собираюсь что... Что? Чё? Отчаянно уговаривать, начать неожиданный хит. Что значит начать неожиданный хит? Совершить внезапную атаку. Ну, это бессмысленно. Лучше попытаться отчаянно уговаривать. Понятно, понятно. Ради спасения своего дорогого друга вы проникли в этот дворец. Обошли всю стражу и никого не убили. Как будто принц из сказок. Я растроган этой историей. Хочется даже похлопать и пролить слезу. Но ты нарушил закон. И я не могу отпустить тебя из сочувствия. Прошу прощения. Но сколько... Я повторюсь еще раз. Это моя работа. Преступники должны быть наказаны, даже если ты, это ты. Суровая. Вы нас не отпустите. Я это сказала сразу. Тогда ничего не поделать. Господин, усильте меня. Прорвемся силой. Прошу прощения, но это невозможно. Что, в смысле, она раздвоилась? Чего? Господин, надо было рубить голову. Я все-таки наивна. Ты... Я не прощу тебя. Нанесла вред господину. Я тебя уничтожу. А ты сможешь? Я командир... Не оценивай Найтмэров. Понятно. Типа, у входа стоявшая броня была этой пустышкой. Так, стыд для красоты. У нас среди новеньких есть хорошо владеющий магией. И пока вы опасаетесь этой брони, вам становится сложнее заметить настоящий меня, подходящий к вам сзади. Ну, это Окт сделал, понятно, я так и подумал. Типа, у Окта плохой характер, такие штучки придумывалось. Но это эффективно. Это шахмат. Не сопротивляйся. Прошу, сдавайся. Нет. Нет, рано. Я еще сражусь. Ты меня не победишь, маленькая девочка. Возможно, из-за того, что я знакомый паренька, но я никогда не чувствовала от себя жажды крови. Ты добрая девочка. Но именно поэтому ты меня не убьешь. Ты меня не победишь. Поэтому... Это конец. Сильна. Говорит спокойно, но двигается невероятно быстро.
Если я расслаблюсь, сразу же буду повержена. Но если я паду, то все рухнет. Ради будущего, ради друзей, опять, ради любимых, собрать наш этот, гильдию эту. Я не могу проиграть. На удивление, ты неплохо отбиваешься. Видимо, ты очень хочешь спасти друзей. Не хотелось бы бить такую маленькую, такую хорошую. Прошу, сдайся. Нет. Пока еще рано судить. И хоть я хорошая девочка, я типа не пойду спать. Хоть это жалко, но это мой долг. Жалко. Но если ты будешь сильно сопротивляться, туда прибегут еще охранники, если будешь шуметь. Те, кто не будут думать о тебе ничего, и они сразу же вас убьют. Ну типа, что все проникнувшие — это враги, их нужно уничтожить. И если будут наблюдатели, то я тоже не смогу сдерживаться. И это... Она все это время сдерживалась? Прошу прощения. Вафли. Ой, как нехорошо. Неправильное направление падения. Упал куда? Нужно преследовать ее и снова схватить. И тогда все будет закончено. Видимо, она ее куда-то столкнула ударом. Видимо, да, в сторону камер. Я упала по лестнице и даже на пару секунд отключилась. Нельзя. Шаги становятся все ближе. Этот Джун преследует. Нужно встать и сопротивляться. Пока что надежда не потеряна. Чтобы не закончился здесь. Да, господа из этого, господи, кулинарного клуба гильдии. Кокоро-чан. Кокоро-чан. Пекорина-сама. Пекорина-сама. Нарухода. Вот как. Ватакшива кайдан во коллеге отсюда. Я упала в сторону темницы. Кока-фкока. К счастью или нет. Сумочка не отта кангоку не хайрета но десне. Она попала. Сугу маджика ни Пекорина-сама га тураварета роу га гозаймас. Короче, попала сразу к камере с Пекориной. Пекорина-сама. О, Пекорина-сама. Я так рада вас снова увидеть. Как жалко видеть вас в таком виде. Ваши прекрасные волосы, одежда, все потрепанные. Это варус, не подлежащее прощение. Я отрицаю. Спасибо. Ненека в целом мне все рассказала. Но вы правда пришли спасать меня. Вы перенапряглись. Кокоро-чан, посмотри, ты сама побита. Так нельзя. Нужно оценить себя. Если где-то болит на теле, не сможешь нормально наслаждаться едой. И это трагедия. Куда хуже, чем мое положение. Вы бы лучше забыли обо мне. А то бросившись за мной.
А типа это типа я сама бросилась вперед и из-за этого попалась. Все же вам лучше было забыть обо мне, нет. Было бы неплохо, если бы мне хоть только иногда вспоминали. Это было бы счастье. Типа о том, а, помните, мы съели вроде с какой-то... Ну, типа, когда ели бы что-то, вспоминали, что раньше была такая милая... ну, типа, пеко-пеко-пекарина, короче, ну... Кокоро-чан, ты меня так назвала. Тоттемо-дайски. Я очень это полюбила. Пекорина-сама. Пекорина-сама. Мури-ни-шабетте-ва-икемасен. Не говорите через силу. Имасу-го-сото-ни-даште-саси-агемасу. Я сейчас вас выпущу. Коно-тецу-го-си-о-ябутте-демо. Всего лишь сломать эти стальные прутья. Занен-да-кедо. К сожалению. Соре-ва-фка-но-да-йо. Это невозможно. Прошу прощения. Как раз тебя вместе с пареньком запихаю в тюрягу. Господин? Я его не вижу. Масака. Неужели? А, нет, я оставил его там лежать. Так нехорошо. Думаю, чикагоро. Атамага боут-то-сте, манюке-на-кото-яри-гачи-да. Делаю какие-то странные вещи иногда. Арджи-сама, го-зон-мэй-де-ва-ару. Йо-дес-не. Что? Соре-ва-ан-син-де-гозаймасу-га. Я рада этому. Чоу-кё-ва-маттаку-ракканси-де-кимасе. Хоть ситуация это не делает лучше. Арджи-сама-ва-си-син-си-та-оре-фу-си. Господин без сознания лежит. Атакси-да-ман-син-со-и. А я в побитом состоянии. Ло-но-нака. А Пекарина в темнице. Лабиринсто. Лабиринс. Сыно-шоккак-но-мина-сама-ва. Ле-но-сен-но-махо-сочи-то-яра-у-хакай-сыру-тамени. Пытается разрушить подчиняющий этот прибор. В первую очередь. Моногатари-но-йо-ни-цу-го-йок. Все не идет так хорошо, как в сказках. Катакси-тачи-но-кенти-ни-какецки-те-ва-куре-най-дешу. И никто не придет нам на помощь. Сен-но? Промывка мозгов? А, соеба. А точно. Ведь было же такое устройство. Окью-сейрёк-но-мина-сама-ва. Возможно, все силы дворца имеют промытые мозги. Такара Чун-сама-ва. Именно поэтому Чун-сама, хоть и против господина, не сдерживалась. Ну, не щадила, точнее. Нет. Это просто... Правда, возможно, она просто хорошая работяга и делает свою работу. Джун-сама, даже если... Даже с промытыми мозгами заботится о нашей жизни. Хорошая персона. Не хотела встречаться с ней в таком положении, конечно. Так, и что ж... Думаю, ты поняла ситуацию. Я повторюсь еще раз. Давай закончим. Я слышу много шагов над темницей. Мои товарищи заметили шум и побежали. Больше нельзя тянуть. Нужно заканчивать срочно. Ие. Нет, я до самого последнего момента не сдамся. Насколько бы ни была безнадежная ситуация, я буду ждать чудо. И, возможно, господин сможет явить это чудо. Я верю. И служу ему. Сначала из-за того, что Амес мне это доверила. Но теперь... От всего сердца. Какая же ты непослушная. Что ж, ничего не поделать. Словами ты не понимаешь. Придется остановить тебя силой.
Кокорошан, прошу, убегай. Хотя бы ты. Забей на меня. Ни в коем случае. Вы постоянно говорите какие-то глупости. Заткнитесь, Пекорина сама. Даже я могу иногда разозлиться. Обычно всегда добрая Кокора сорвалась. Вы хорошие друзья. Вы точно понимаете ситуацию? Бодро идем. Выход из темницы. На этой стороне за Джун есть господин. И он, видимо, проснулся. Как же рано. Ну, очнулся, не проснулся. Что это? Господин? Что-то планирует сделать? Что же? Использует способность укреплять друзей, я сниму шлем Джуна. Видимо, сзади подобрался. Лучше снять шлем, очевидно, это лучший вариант. Господин, что же вы делаете? Так нельзя. Нельзя трогать женское лицо. Естественно, если бы выбрал другой вариант, там совсем по-другому действие бы пошло. Что? Движение Джун-сан остановились? Что же случилось? Что-то... Нынешняя Джун-сан какая-то больно открытая. Хотя до этого она типа дралась, типа когда я дралась с ней, оказалась непобедимой. Что же ты наделал, мальчик? Какой же ты злодей? Верни ей шлем. Типа, показывай свой вид, это же... Пока господин извинялся, Джун его ударила, что? Или что? Не понял. Ох, Джун-сама. Потеряла баланс и упала с лестницы? С ней все в порядке? Видимо, господин знал, что это ее слабость. Нет, не ослепла просто. Просто это Джун. И, видимо, он этим воспользовался. Хорошо сработано, господин. Хоть это немножко было мерзко. Господин, отличный план. Надежный, как швейцарские часы.
Но у нас сейчас нет времени его праздновать. Прошу прощения. Надо проверить, есть ли ключи у Джунса. И тогда освободить Пекорину и сразу же отступать. Как сказал Джун-сам, было куча шагов сверху. И так была очень сильна. А если у нее будет подкрепление и нас окружат, ситуация будет точно безвыходная. Я думаю, это, наверное, большой муж. Я думаю, что это нормально. Табундай, так я вот это. Ой, блин, а теперь Google переводчики, конечно. Бог ты мой. Я думаю, это нормально, короче. Не знаю. Что-то нормально. На чем вы это основываете? А что, типа шаги нормально, видимо. Я думал, что его так быстро пробудились, господин. Кто-то вас освободил от оглушения. И этот кто-то... Побежал навстречу тем Найтмэрам? И правда, как вы говорите, этих куча шагов я больше не слышу. Как странно. Кто же это был? И ради чего? Кто-то из Найтмэров, вы говорите? Это кто-то из тех, с кем мы пересекались ранее, Томо-сан или Мацури-чан? Ой, почему я вообще назвал? Ну, Керидо, привычки. Но ведь они же вроде могли быть промыты мозги, как и у Джун-сан. Они не могли нас спасти, я так думаю. И правда. У них не было такого интеллекта, что? Амари иегарага ёку най кара. И ведь по идее сюда никто не мог попасть, не так ли? Я слышал, что Ненека умеет превращаться. Она могла покинуться кем-то из Найтмэров, так что ли? Хоть она и поймана. Но она умеет управлять своим клоном. У меня остались некоторые вопросы. Но лучше оставим это на потом. У Джунсона были ключи. Теперь мы сможем открыть темницу. Сейчас спасем Пекорина-сама. Бедная Джун. Вот это проигрыш, конечно. Проигрыш на миллион, блин. Нам точно не надо идти в темницу, Окта? Что, Окта? Зам командующего. Да. Я разберусь там все снизу. А вы отправляетесь в главную часть дворца. Там ее величество. Укрепите эту область. Типа, если что-то вдруг случится с Хекой, это будет наихудший вариант. Сейчас мы все... Мы можем потерять свои головы. А в худшем случае вся страна изменится. И я бы этого не хотел.
Сорени. И вообще. Доусе окуни но тамени сину нара. Если умирать ради страны. Мото хокори такаку татакатте хатетай ё не. То лучше драться с честью города. Кими тоси ва? Так ведь. Хай. Да. Со десне. Все правильно. Ташкани оку но хо ни мо цуку га хайри конда тою чохо га аримас. Больше. Юсен сбеки ва сочира десне. Была информация, что туда проникло больше врагов. Цэйн кюко. Всем. Хэйка но онми о омамори суру но да. Защищаем Хеку. Какие же они отсталые. Ацкайяскуте ии кедо са. Ими так легко управлять. А-а-а. Коря баретара хонки де куби чонгираре чао ё не. Если меня поймают, меня на самом деле могут казнить. Акиракана хайшин коуи да моно. Это ведь очевидная измена. Ма, коросареру цумори ва най си. Но я не собираюсь помирать. Аммари нажименай шигото датта кара. Да, я в принципе не особо хотел эту работу. Ии кедо. И в целом мне пофиг. Найтмэра. Найтмэра. Сэни но миката нанка. Защитники справедливости. Гара джанай ё не. Это не для меня. Окю найбу га готацуйтеру има но учи ни. Пока я внутри дворца. Тонзура шичао то. Свалить хочет, что? Шибараку а ми о какуши цуцу. Да, хочется скрыться. Чотто хонгоши о илете кининару кото о сирабео кана. И кое-что изучить то, что узнал. Сенно махо о фсенгу таме ни. Чтобы противостоять магии пробывания мозгов. Зивен на атама ни махо тока о шикакетара. Нанка доса доса. Фсизен на киоку о мицкета ши. Какие-то странные воспоминания наши. Что? Что? Короче, он, видимо, он знает и про машину. Соре о тадотте ми о. Нужно попробовать. Мамма то танин ни дама сарете. Те но хира но уэ де одора сареру нанте гомен дакара. Не хотелось бы мне плясать под чью-то дудку. Нинген нива даре ни датте. Люди все. Акто ни датте хокори ва ару. Даже злодеи имеют свою Соре гордость. Соре о кидуцке азаварай. Если ее по-моему навредить. Моте асобу сбете но моно га бок тачи но теки да. И типа все, кто пытаются навредить, становятся моими врагами. Не так ли? Ноэма. Ноэма. Пекорину-сама. Пекорину-сама. Я открыла дверь. Прошу, выходите. Пекорину-сама. Пекорину-сама. О-хаяку. Быстрее. Это дворец. Акумаде-текичи-де-гозаймас. Вражеская территория. У нас нет времени, если еще просто сдержимся, придут новые враги и закроют нам выход. Это правда. Ты меня спасла. Будет глупо, если мы попадемся на обратном пути. Но, прошу прощения. У меня ноги подкашиваются от... Ну, типа от расслабления. Типа она была напряжена сильно, видимо, сейчас расслабилась, ноги не держит. Ой. Вы, с вами ничего не поделать. Но... Я так рада видеть вас целой, Пекорину-сама. Да. Большое спасибо, Кокоро-ча. И тебе. Ну, мне, в смысле. В этот раз я думала, что мне точно конец. Была реально очень опасная ситуация. Я байдесне, я даже не скажу. Типа без дроплов опасно было. Обнимите Пекорину. Ой, ты меня напугал. Нельзя так резко обниматься. Обычно наоборот. Обычно это я. Спрашиваю, можно ли обнять? Не так ли? И получив согласие, я с радостью бегу обниматься. Ну, Киару, ты не сильно часто спрашиваешь разрешение. Не нужно спрашивать так много раз. Одного раза достаточно. Но я беспокоюсь. Ведь
私全部奪われたから。У меня все отобрали. 父上。Отца. 母上。Мать.なんてことない平和な日常。Мирные дни. その全部。Все это. むしり取られちゃったんです。У меня украли. だから怖かった。И поэтому я боялась. いつも毎回確認するたびに怯えてたんです。Постоянно боялась. もしかしたら。Может быть. 拒絶されたらどうしようって。Меня отвергнут. Как же мне быть?あなたたちまで。И вы. 私を忘れてしまったら。Обо мне забудете. 赤の他人みたいに。И будете смотреть на меня как на незнакомца. 私は耐えられない。Я бы этого не выдержала. だって、あなたたちが再び与えてくれたんです。大好きな人たちと一緒に囲む食卓を。全部奪われたはずの幸せな日常を。Ведь с вами я смогла вернуть мирные деньки с нашим этим.Ну, короче, с едой этой. Аната, Коккоро-чан. Ты Коккоро-чан и Кяру-чан. Бишокуден но минна га. Ну да, наши тут гильдия. Зенбу убавалете тохоу ни куретеита ватаси ни. Вы дали мне то, что меня отобрали. Пекорину тте. И даже назвали Пекориной. Цкете. Нандому соу ёнде. Называв меня так много раз. Ойшиму ноту ка иссё ни тобете куремашта яне. Кушав много чего интересного. Соре га ватаси.本当に嬉しくて。И это меня сильно радовало. 幸せでたまんなくて。Я чувствовала счастье. だから。И поэтому. それすら奪われちゃうのが怖かった。Боялась, что меня отберут и это вновь. そうなっても変じゃなかったのに。あなたたちはこんなにボロボロになって。А вы такие побитые, рискуя жизнью, пришли спасать меня. ありがとう。Спасибо.ありがとうございます。Спасибо большое, вы двое. 本当に本当に。Настоящее, настоящее. 大好き。Я вас по-настоящему, по-настоящему люблю. そう思ってもいいですか? Я могу так думать. あなたたちを大事な仲間だと思って。Я думаю вас как других товарищей. いいですか? Я могу вас любить. そんなことが許されるんでしょうか? Мне такое позволено? 私にも。Даже мне. はい。Да. 許すとか。Позволение или непозволение – это не в нашей компетенции. Это ведь не требует подтверждения. Чтобы кого-то любить и чувствовать себя счастливым, не нужно сдерживаться. Не так ли, господин? Вот видите?何度も頷いて同意してくださっています。Господин кивает в согласии. На самом деле. 私のような子供にもわかる。Даже такой ребенок как я понимает это. Для меня это норма. Вытри слезы Пекорине.А, чё это вдруг? Кавайи. Так близко лицо. Ты хочешь поцеловаться? Поцеловаться? Конечно. Целовать похищенную принцессу — это вправе принца. Прошу успокойся, Пекорина-сама. Арджи-сама. Господин, похоже, хочет вытереть вам слезы. Как стыдно. Я плакала, как маленькая.そうですよね。И правда. 変な誤解をした私がバカでした。Извини за глупое недопонимание. まあ。Но.どうしてもキスがしたいのでした。Если вы так сильно хотите, 私、то я ここは空気を読んで、пойму все, я отвернусь. その間に済ませてください。А вы можете делать свои дела. いやいや、не-не-не. やっぱり記憶喪失のあなたを相手にそういうことをするのは、я не могу делать такое с потерявшим память и еще не понимающим. 申し訳ない気がしますよ。Я бы почувствовал вину.記憶喪失になる前のあなたには大事な仲間がいたみたいですし。У тебя наверняка были дорогие друзья в прошлом.
その子たちの中には、среди них, あなたに恋してる子もいたでしょうし、наверняка была та, кого ты любил. かっこいいですからね。Или тебя любили. だからこそ、横取りみたいな真似はできません。Поэтому я не могу так поступить. でも、Но, いつか記憶を取り戻して、когда-нибудь ты вернешь память, それでもまだ仲良しでいてくれて、если мы продолжим быть друзьями, あなたにそのつもりがあったら、если ты захочешь, その時に、キスしてもいいですか? Тогда можно будет поцеловать? Mm-hmm. Нет. Ясасий аната. Добрый ты. Ёвачи но ни. Боро-боро ни натте татакатте. Будет слабый и побитый, но спасший меня, как принц. Аратамете. Еще раз. Кое-что не идеска? Можно полюбить. Ну, кривой перевод, конечно, но... Думаю, понятно. Эх, ладно. Ну, в целом можно считать, что мы закончили на спасении, по крайней мере. У нас еще будет, само собой, контент, вот, да, у нас тут с Юи и Муими, да. У нас контент с Киару и Рина с Шизуру. Сверху, так что да, еще несколько направлений сразу, но в этот раз центральным было именно разборки с Джун и вытаскивание Пикарины. Но ей еще нужно вернуть все снаряжение, типа она сейчас пока не особо способная. Все тогда. Запись я закончу.